увлекательном путешествии ребятам предстоит провести около суток. Далее 3 дня патриотической и культурной программы. Школьники посетят музеи и театр, увидят город, а также побывают на Мамаеве кургане, где находится знаменитый монумент «Родина-мать». Мы хотим приобщить наших детей, расскажем им про, как наши деды, прадеды воевали, отстаивали интересы нашей Родины, тогда Советский Союз, героические поступки наших русских воинов. Тем самым предъявляем им как патриотизм, скажем так. Вот. Мы деткам пообещали, в общем, каждый год проводим спартакиаду, на спартакиаде обещаем им интересную поездку. Прошлый год мы были в городе Керчи, город-герой, позапрошлый год в городе Севастополе. В этот раз решили покорить город-герой Волгоград. По словам организаторов, на этой поездке они останавливаться не намерены. Если все удачно сложится, то в следующем году казачья группа совершит своеобразный поход в город-герой Москву.